Все мы порой сталкиваемся с тем, что электронные устройства работают не так, как нам хочется. Телевизоры Sony с Android TV предлагают простое решение. Вы можете связаться со специалистом, просто позвонив из дома по телефону. Ваша проблема может быть быстро продиагностирована и решена путем удаленного доступа к вашему телевизору. Вы также можете получить консультацию, как настроить каналы, приложения и другие функции. Запустить дистанционную поддержку очень просто. Наберите номер информационного центра и спросите о дистанционной поддержке. Потом пролистайте вниз главное меню вашего телевизора и выберите пункт «Справка». Там вы найдете пункт «Контакты и поддержка». На телевизорах с Android TV вы также можете 5 раз нажать кнопку Help на пульте, чтобы быстро попасть в меню. Нажмите «Дистанционная поддержка». Подтвердите согласие с условиями использования и продолжите. Через несколько секунд вы увидите 9-значный код, уникальный для этого сеанса. Сообщите специалисту 9-значный код по телефону для установки соединения. Во время сеанса вы увидите специальный значок в правом нижнем углу экрана, а специалист поддержки – экран вашего телевизора на своем компьютере. Дистанционная поддержка Sony позволяет вам предоставить доступ к управлению вашим телевизором специалисту напрямую и решить проблемы с телевизором шаг за шагом, быстро и точно.